Витаю вас с Амстердама. Завтра у нас марш за отставку и смену власти. После того, как они обошли со мной, и на фоне этого каждый день также обходится с украинцами. После того, как мы видели, какой договорник они сделали с Рухановым, то есть ворона-ворона власть не выклюет, они друг друга оберегают и издеваются над судебной системой. На фоне полнейшего обнищания в связи с тарифами энергокомпании, которые напрямую участвуют в Порошенко, в связи с тем, что Порошенко сам и вся его группа реально переродилась в организованную криминальную группировку, и сам президент себя ведет как настоящий пахан и уголовный преступник. На фоне всех проблем Украины, которые реально могут привести к полному развалу страны и к масштабному насилию, мы должны мирно подвинуть их от власти, и мы должны навести в стране порядок. Мы должны предложить альтернативу, мы должны предложить позитивную программу, которая у нас есть для того, чтобы Украина сменилась к лучшему. Но для этого нас должно быть много, и для этого мы не должны устать, и мы должны опускать руки. Меня они выгнали именно из-за того, что они больше всего боятся ваших выступлений, они больше всего боятся мирной энергии, они не боятся дружить, они не боятся вооруженных людей, они не боятся конкурирующих кланов, они боятся только одного – массового мирного протеста граждан, гнева собственных граждан, сограждан, которые выйдут миллионы. Обязательно выйдут. Завтра у нас будут люди во многих городах Украины, и завтра будут в Киеве традиционно с парка Шевченко в 12 часов дня. Я жду того момента, когда я смогу присоединиться к вам. Но сегодня я хочу призвать, не принимайте их правила игры. Они меня выслали, но они вас не смогут всех выслать. Они не смогут вас запугать. Они не смогут заставить вас замолкнуть и остановиться. У нас все получится. До встречи и до перемоги. Слава Украине!